Всем привет, классный канал Викинг. Сегодня мы продолжили поиски сокровищ ненаверных золота адмирала Колчака по вашим многочисленным просьбам. По слабенькому что-то есть. Сейчас проверим. Не переключайтесь. Будет очень интересно. Надеемся, что будет золотишко. Так, сейчас уже выкопаем. Вот здесь наш артефакт где-то лежит. В яме. Так, сейчас выкапываем, вытаскиваем, надеюсь, что уже будет. А, вот, вот он лежит. Вот артефакт. Так, сейчас я вам его покажу. Это гильза. Первая мировая капсула. Посмотри, как новый. Сейчас я давай протру. Надписи все крутые вообще. Это Ремингтон. Я сейчас немножечко вот так смочу, чтобы было видно. Смотри, прям все как читается. 17 и потом Ремингтон. Надеюсь, вам видно. Отлично видно. Отличная находка зачетная. Как раз мы сейчас ищем выход и специально занимаемся поисками адмирала Колчака, его сокровищ. Поэтому это как раз, надеемся, этого периода артефакты. И мы на верном пути, будет очень интересно. Ни в коем случае не переключайтесь. Сигнальчик хороший идет. Начинаем смотреть, что у нас тут за артефакты. Уже выкопали. Странно. Сигнал был очень классный, знаешь, еще сразу. И... песок видно, здесь фишки покопанные. Сейчас выкопаю. Песок двухцветный идет. Кто-то копал уже. Кто-то был блиндаж или коп. Сейчас проверим. Самое главное, не переключайтесь. Да, что в глубине будет. Вот здесь. Будем сейчас раскапываться. И эту сенсацию мы вам сейчас покажем. Самому интересно, что же это за выкопали. Выкопали ребятушки. Тут лежит наш артефакт. Сейчас мы его вам покажем. Ага, вот он. Вот он. Не знаю, что это. Сейчас подключусь. Какой-то взрыватель. Какая-то, наверное, от Первой мировой, похоже, какой-то фрагмент. Смотри, какой интересный, видно? Сейчас я вам так покажу. Это я к вам, зрители, обращаюсь, чтобы вы писали, видно или не видно. Какая-то часть чего-то сделана с бронзы. Может быть, от какой-то мины Первой мировой. А может быть, от... то, что оно повреждено. Очень сильно это видно. Так, я давайте вам покажу поближе. В общем, мы идем классно по следу Колчака. Будет интересно. Оставайтесь с нашим каналом Викинг. Советуйте знакомым, друзьям. Неимоверные сокровища, клады. В общем, класс. Давайте, поперли дальше. Сигнал. Возможно, монета. Сейчас посмотрим. Лесу выкапываем. Все такие сигналы классные. Не важно, что это, потому что по-другому просто не найдешь крутых артефактов. Выкопали. Лежит здесь. Тут.
здесь лежит. Сейчас покажем на прямом эфире, что оно здесь находится. Наконец ничего не вижу. Тут ничего не... Ага, вот вижу, смотри. Видно? Видно, что это. Смотрите, уважаемые зрители, это от снаряда ободок бронзовый. Если его возьму, вот так, так он выглядит. Надеюсь, вам видно хорошо. Здесь что-то взорвалось. Или в Первую, или во Вторую мировую войну. Угу. Так, идем дальше копаем. Будет интересно. Самое главное, не переключайтесь. Канал Викринг. Крутые находки, артефакты. Будет очень интересно. Зашли очень глубоко в лес. Надеемся, здесь будет побольше находок интересных. Поэтому давайте за нами, ребята, не переключаемся. Будет очень круто, интересно, провокационно. Пойдемте. Мы-то заблудились, но надеюсь, что сможем выйти с этого дремучего страшного листа. Сейчас, нет, подожди, это не то пальто, подожди. Это есть, пойдем сюда. Давайте, ребята, что интересно, мы сейчас нашли. Это птицы какие-то завывают, а может, не птицы даже. Будем искать золото. Так, есть сигнал. Сейчас будем смотреть, что это. Очень охота найти золотишко. Мальчик идет. Сейчас выкопаем, покажем вам. Будет интересно, не переключайтесь. Сейчас немножко откопаюсь. Так, немножко смотрится на меня, Семенчик, вот здесь. Артефакт лежит. Сейчас мы его достанем. Должны уже выкопать были. Нет, еще. Ага, вижу. Вот, смотри, вот он лежит. Покажи. Видишь? Ага. Вам видно, я надеюсь. Сейчас я достану, покажу. Ага. Первая мировая. Надписи сохранились. Вот здесь вверху. Немецкий. Давай сейчас намочим и покажу. Вот верхнюю углу. Видишь, 3C. Да. Вам, я надеюсь, видно. Если что, если не видно, пишите. Копаем дальше. Да, копаем дальше, будет интересно. Классный сигнал идет. Сейчас будем копать. А, вот смотри, прям сверху лежит. Ходячка. Вот, видишь? Угу. Монетка. Ходячка, как ее называют в простонародье. 25 копеек 2012 года. Ну. Пригодятся. А здесь все пригодится.
происходит с тобой здесь? Что-то есть тут. Есть. Продолжаем поиски по следам. Мы работаем по адмиралу Колчаку. Попросили, огромный ажиотаж вызвали наши находки, потому что никто не занимается поисками неимоверных сокровищ адмирала Колчака. Мы единственная команда, которая этим занимается. У нас классное видео, классные артефакты. Работаем уже несколько дней конкретно по карте. Ищем следы адмирала, его помощников и, конечно же, те неимоверные сокровища. Идет сигнал. Посмотрим, что это здесь у нас. Слышишь? Что-то есть. Стекло. Не стекло, гвозди пошли. Гвозди. Смотри. Глянь. Класс. Сейчас я возьму. Расчищу. Просто в лесу самое ценное, это, понятное дело, гвозди. Потому что если тебе нужно что-то сбить, поремонтировать, в общем, всегда нужны именно гвозди. Сейчас посмотрим, что они здесь, эти гвозди наши, делают. Глянь, как видишь, о, вверх стоял прям. Угу. Ого, глянь какой. Большой. Пески хорошо сохранились. Ну, довольно-таки неплохо, да. Довольно-таки. Три гвоздя. Ну, это для леса. Ага, глянь, смотри. О, я же говорил, стекло, звук такой. А, я знаю, потому что ты по гвоздям ударил. Я услышал, стеклянно скрежет. Смотри, еще гвоздь. Угу. Смотрите, уважаемые зрители. Неимоверно интересные артефакты пошли. Есть, Кума, есть. Ух ты. Есть карта. Карта. Карта, смотри. Сейчас буду расчищать. Карта очередная. Вот это, конечно, класс. Потяни просто за стекло за это. Так, а если там что-то ценное, может, как это ценное? Смотри, ага. Гвозди идут. Зачем гвоздь, столько гвоздей? Смотри, смотрите. Странно. Тут надо аккуратно расчищать, понимаешь, что можно. Вот еще один. Смотрите, еще какой гвоздь огромный. Аккуратненько расчищать, что-то. Может, это было что-то деревянное, но сгнило, гвозди остались. А, это мог быть, нет, столько гвоздей нет. Я думал, может, это ящик какой-то. Может, оно чем-то сверху было прикрыто. Какой-то конструкции, это глубина. Это, конечно, большая глубина вообще. Глянь, гвозди пошли. Сейчас буду вам показывать. Туда в глубину гвозди идут. Смотрите. Глянь, какие кованые, гнутые. Очень подозрительно. И эта карта получится. Может, как это было, знаешь, чтобы никто не выкопал. Или, не знаю даже. Глянь. Посмотрите, уважаемые зрители, какие колоссальные гвозди. Очень хорошо сохранились. Они кованые. И как и тут много идет. Смотрите. Вот эти гвозди идут. Столько гвоздей никогда не видел еще одного. Давай, наверное, карту доставай, да, будем потихоньку. Давай потихонечку вытягивать аккуратно. Сейчас я лопатой подену потихоньку. Тяжеловато идет. А, есть. Отличненько. Так. Это не карта. Yes! 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 Это а деньги. Что? Это деньги! Это деньги, покажи вот так. Какая карта? Может, это карта? Вот, покажи. Это карта, деньги. Его, видишь? Разбивай бутылку. Жалко. Сейчас, подожди, убить. Ну давай, что. Жалковато. Ну а как мы достанем? Разбивать жалковато. Ага, чопик. Хоть и гнилой, а остается так. Наверное, горлышко перебью, да? Да, перебивай просто, да и все. Так, всем, кто моложе 18, кто боится разных стрессов, пожалуйста, просьба отойти. Готов? Да, отошел. Не знаю, может, тоже меня снять это на видео? Да давай разбивай. Разбиваю, да? Бью. Давай.
На три. Раз, два. Деньги целые? Да, целые. Доставай. Даже показать. Класс, просто супер артефакт. Стекло, понятно, мы это заберем, потому что... Чтобы в лесу не оставлять. И оно может потом нам еще пригодится, может склеим. Сейчас, подожди, даже я сниму перчатки. Сколько? Yes, yes, yes! Здесь надпись. Что, что? Это рояк показывать не будем. Здесь надпись идет. Что написано? Здесь рисунок идет, часть карты. И надпись идет. Сейчас эту часть затерлась. Слово какое-то непонятное. И... Наверное, передать, скорее всего. Передать адмиралу. Кума, это просто сенсация сегодняшняя, очередная у нас. Я это прячу. 3 рубля. Сохран классный. Глянь, класс просто. Трояк убираем. Это мы показывать не будем. Это наша с тобой путевка. И это будет супер приключение и находки. Трояк прячем. Посмотри, деньги сохранились идеально. 1898 год. Посмотри, все. Водяные знаки. Водяные знаки, оригинал. Смотрите, видно? Видно, уважаемые зрители. Видно водяные знаки все. Николай II, покажи. Николай Можно II. Поближе возьму. Так, трояк убираем, потому что... Трояк прячем. Государственный кредитный билет 1 рубль. 1898 год. С другой стороны тоже покажи. Угу. Отлично, сохранили в стекле. Новые. 3 рубля можно так показать без карты или как, я не знаю. Без вот карты давай покажем. С той вот стороны. Так, давай покажем, вот так смотри. 1 рубль. Угу, секундочку. Это я скажу сейчас эти 3 рубля. Водяные. А вот так, я поворачиваю, видно водяные знаки, знаешь, так. Раз на свет. Будь здоров. Это пора. Класс, просто настоящий. Давай, давай покажу тоже с другой стороны. Вот с этой стороны покажи, трояк. Карта не просвечивалась. Мне карту не показываем, да. Я думаю, так нормально. Карта. 3 рубля какого года? 3 рубля. Так, ты знаешь, не вижу. Потом посмотрим. Потом посмотрим. Отлично. 1905 года 3 рубля. Так у меня разваливаются в руках они немножко. Ну ничего страшного, на, прячь карту. Давай аккуратненько ложи. Так, продолжаем раскопки дальше, давай. Там, давай посмотрим, там что аккуратно дальше. Аккуратно в озе не влезь, не вступи точнее, потому что очень интересное место. Наконец-то все-таки нам удалось хоть выйти на какой-то след. Давайте дальше потихонечку расчищать. Гвозди идут дальше, очень интересно. Я вам буду сейчас показывать. Мы надеемся, что там будут какие-то еще артефакты, потому что очень много гвоздей. Вот мы вам показываем их. Для этих мест это большая, скажем так, редкость, потому что во время войн надо было что-то делать, что-то строить. И человек почему-то их прятал вместе с картой, вместе с деньгами. Очень интересно, конечно. Ага, идут, прям идут. Их тут очень много. Смотрите, какой-то сейчас клад карты и гвоздей. Ну, гвозди, наверное... Навес золота в лесу, наверное, были. Золото были во время войны особенно, понимаешь, когда ты отступаешь, когда ты должен... Сейчас посмотрим, что тут. Что-то есть. Гвозди. Под гвоздями, может, еще какое-то золотишко будет. Так, есть, что-то вижу сейчас. А можешь? Сейчас смотри, есть. Yes! Yes, yes, yes! Видишь? Что, что, что? Вот смотри. Вижу, вижу, вижу. Что-то лежит. Видно? Видно, видно. Ой, ребятушки, давай, это драйв. Подожди, я хочу расчистить. Подожди, вот так. Сейчас. Хочу расчистить. Покажи еще разочек. Так, там получится сейчас видно? Ну давай, доставайте. Сейчас, сейчас, сейчас. Это что-то очень ценное. Доставать? Доставай, конечно, доставай, доставай. Yes, 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 ребятушки. Что там, что там, что там? Это очень крутое. Крутая штукенция. Даже не знаю, что это сейчас стану. Царский орел. По центру Георгий Победоносец. А здесь... Смотри, скипетр. Это кокарда. Ну, это какой-то знак отличия, это не кокарда. Не кокарда, нет. Нет, не упади в яму аккуратно, не на гвозди аккуратно. С гвозди уйди. Сейчас я сниму перчатки, покажу поближе.
Это очередная наша сенсация, потому что... Давай покажем закрутку здесь внутри. Как все сделано. И материал какой-то, знаешь, наверное, серебро, потому что даже не знаю, может даже с чем-то, с какой-то примесью, что сохранный какой, посмотри. Очень круто, в песке. Песочная сохран, надеюсь, что там сейчас будет закрутка. Или она слетела, не знаю, немножко как-то здесь подгнутая. Держи, пожалуйста. Ребятушки, находки превзошли реально все ожидания. Это реальная круть. Адмирал Колчак, на самом деле, это тема, которую никто не исследует. Такие классные артефакты, очень интересные. Стоит смотреть, стоит ставить лайки. Давайте, давайте поставим лайки. Но это стоит того. Находки. Почти неделя в лесу, холод, комары зажирают, ночью привидения. Давайте, ну хотя бы 2 миллиона лайков. Кому нравится, кому не нравится, ставьте дизлайки. Давайте так сделаем. Сегодня даже кому не нравится, ставим лайки. Потому что слишком много вы нам ставите дизлайков. И продолжаем поиски по карте. Да, кстати, ребятушки, давайте продолжим эти неимоверные крутые приключения и поиски сокровищ адмирала Колчака. Там всего лишь навсего 150 тонн. Я думаю, что всем, кому интересно, давайте гоу к нам, может даже и поделимся с вами. Хватит всем. Да, золотишко хватит всем, поэтому давайте. Смотрим, подключаемся. Развиваемся вместе, совместно. Канал Викринг. Реальные крутейшие артефакты, клады, находки, бриллианты.